чем ассоциируется сеть супермаркетов «Санта»? Разумеется, с рыбой. Причем это не столько пресервы, консервы и прочее. В первую очередь свежемороженая рыба из холодных вод Норвегии. Именно такая в уголке скандинавских угощений. Магазин один из первых получает партии свежих морепродуктов. Креветки, кальмары, филе и внушительные тушки рыб, которых хватит на всю большую семью. Словом, покупателям нужно потратить немного времени, чтобы определиться, какой рыбой они хотят поужинать. Мы увидели дальневосточную рыбу, я жил на Дальнем Востоке, поэтому с удовольствием взяли, вроде свежие, хотим попробовать. Будем знать, если будет хорошая рыба, будем всегда здесь покупать. Запекем в духовке. С лимончиком. Надеемся, будет вкусно. Вариантов для ужина уйма. К примеру, «Санта» – один из немногих супермаркетов, где можно купить все для суши. Соевые соусы, рис для суши, листы нори, имбирь и палочки. А вот те, кто еще не освоил навыки сушиста, но очень любит это японское блюдо, «Санта» предлагает всегда свежие вкусные суши собственного приготовления. При этом можно создать свой сет или попробовать предлагаемый вариант. Это хорошо, что есть магазин, в котором можно купить суши. Не надо ехать в город за много километров, а пришел за 20 минут из дома, и можно что-то купить. Тут есть все. Внушительный спрос и на свежую выпечку. Здесь открылась собственная пекарня, поэтому вкусный завтрак вам обеспечен. Ароматы из этого отдела доносятся со всех концов магазина. Кроме вкуснейших булочек и хлеба, здесь царит итальянская атмосфера. Каждый хочет уйти домой с коробкой пиццы. В «Санте» готовят по проверенным итальянским рецептам и всего лишь меньше, чем за 6 рублей. А вот некоторым покупателям повезло получить любимое блюдо в подарок. Были на открытии «Санты» в Бресте. Вот нам там не повезло, а сегодня в родном городе Гродно повезло. Взвешивали покупки, учитывая, что цены всегда приемлемые. Моя покупка завесила больше всего. Нам подарили вот такой вот сертификат на изготовление пиццы. И пицца в подарок. Мы сейчас придем домой и с удовольствием скушаем пиццу, сделаем дегустацию. Я думаю, что будем постоянными клиентами этой компании. Более 600 квадратов и более 12 тысяч наименований продуктов. Найти то, что вам нужно, или попробовать новые продукты, в частности, из выпечки морепродуктов. «Санта» – то место, где радуется любой покупатель. Взрослые от ассортимента и цен, а дети никогда не против сладостей и любой вкусной еды. Здесь продают суши, выпечку, печенье, пиццу, и мне это нравится. Новые продукты появились, так, например, как фрукты или, например, овощи тоже вот можно. Вообще сюда можно ежедневно приходить и выбирать продукты и наслаждаться этими продуктами. А в первый день к наслаждению от покупок добавлялся приятный и вкусный бонус. Первые 1000 покупателей получили в подарок мороженое. Здесь, как говорится, мелочь о приятном. И это самое важное для сети «Санта», чтобы каждый покупатель был доволен даже после стандартного похода в магазин. Положительно воспринимает, мы это видим на наших финансовых показателях, прежде всего на товарообороте, на количестве чеков. Хорошо положительно отзываются, опять же, о рыбной продукции, о молочной продукции. Отмечают вкусную итальянскую пиццу, отмечают вкусные суши, отмечают хороший ассортимент свежих овощей и фруктов. Супермаркет «Санта» по улице Кобяка, 32 – это уже четвертый магазин сети в Гродно. В планах открывать пятый и в целом развиваться в нашем областном центре. Гродненцам нравится то, что предлагает именно «Санта», а сеть магазинов только и рада делать своих клиентов немного счастливее. Яна Мельниченко, Сергей Печерица, новости «Гродно плюс».